Приветствую всех любителей игрушек из киндер-сюрпризов, ну и других шоколадных яиц. Сегодня у нас обзор серии, посвященной, приуроченной к выходу фильма «Смурфики 2». Ну, в 2016 году эта серия вышла в киндер-сюрпризе. Ну, серия состоит из 9 фигурок. И даже здесь она разделена вот на, значит, основных, хороших смурфиков, да, и вот злого волшебника и его подручных, да, ну, по фильму, по крайней мере, как минимум в начале. Вот. Ну, давайте посмотрим поближе теперь на эти все фигурки. Если я их сдвину, я буду по одной доставать. Так, ну, начнем вот с первой, давайте вот с этой. Так. Вот у нас тут фигурка. Такой вот смурфик в очках, ну, с книжкой под мышкой. Ну, смурфики вообще отличаются, да, очень всегда интересным дизайном. Ну, сами по себе герои такие очень интересные, смешные, необычные люди. Такие гномики, смурфики. Ну, изначально их называли шлюмфы, когда это было чисто немецкое. Но потом уже вот, когда для всего мира они стали, как говорится, ближе и интереснее, их стали называть смурфики. Ну, так как-то привычнее теперь уже. И по-русски их перевели как смурфики. И, ну, почему нет? Ну, наверное, так попроще произносить, чем немецкое шлюмф. Вот такая вторая у нас игрушка. Так, третья — это у нас папа шлюмф. Вот он всегда отличается тем, что он в красных штанишках, в красном колпачке, с бородой. Он у них за старшего всегда, самый опытный, самый старенький шлюмфик. Смурфик. Смурфик, правильно, все-таки, да. Ну, теперь уже такие замечательные. Так, ну теперь смурфета. Вот, вкладыш к этой фигурке. Так, и вот сама фигурка. По крайней мере, по сериалу, по старому, да, и очень долго смурфета была единственной девочкой, смурфиком. Ну, позже уже появились варианты, вот в фильмах, в мультфильмах более поздних уже стали там варианты другие появляться. Так, ну давайте вот следующий пускай будет вот такой. Следующий, то есть уже у нас пятый по счету, вот такая фигурка. Ну, как я уже говорил, эта серия приурочена к выпуску второго фильма «Смурфики». Ну, были и мультфильмы, раньше сериал, то есть много уже выпусков на самом деле было смурфиков. Уже, ну, посчитать можно, но довольно даже непросто это сделать. Можно запутаться слегка, но серий было уже много. Начнем с того, что самые первые серии, которые, ну, вот именно вот фигурки именно сериями, которые начали выпускать, такие, ну, именно с клеймом Феррера, да, вот киндер-сюрпризом, были выпущены как раз вот эти смурфики. Две серии было смурфиков. Это первые серийные такие вот официальные серии у Феррера. Ну, Феррера — это фирма, которая выпускает киндер-сюрпризы, то есть является правообладателем. Вот такой вот смурфик. С зеркалом, даже в зеркале вот отражается, забавно сделано. Не просто зеркальце, да, там прям вот изображение, прям с глазками, с носиком. Такая фигурка. Так, ну, переходим с более таким интересным, необычным для серии смурфиков. Обычно смурфики всегда вот эти голубо-беленькие, ну, синие эти смурфики сами, а тут уже у нас появляются новые персонажи, вот в этом фильме появились, да, видите, они уже другого цвета, они сами по себе такие, ну, серо-бежевые такие какие-то, они голубые по цвету, ну, и весьма прикольно фигурки сделаны, тоже так с юмором, и очень-очень приятные такие на ощупь, прям вот тут держишь, прям, ну, очень, все вот каждый, видите, все волосики, детальки так интересно проработаны, прям на ощупь очень приятно выглядит. Так, следующий у нас персонаж вот такой вот из серии.
Ну, кто смотрел этот фильм, я думаю, знают. А кто не смотрел, тоже, наверное, лишний раз уже сейчас не буду все это рассказывать. Просто для того, чтобы было бы интереснее смотреть, кто это и что это, будет понятнее, если посмотрите. Наверное, не стоит все-таки весь сюжет там пробовать рассказать. Для этого есть другие ресурсы, если что. Вот такой вот смешной, рыженький, с бородкой рыженькой маленькой. Такой смешной, очень прикольный. Так, ну и последняя фигурка в этой серии, это сам злой волшебник Гаргамель. Вот. Так, сейчас давайте его покажем. Он больше других по размеру, он выше раза почти в полтора там, да, чем вот, ну сильно. Вот такой он здесь. Недобрый какой-то, да, ну, как и всегда обычно по сериалу и по фильмам. Значит, что надо сказать про эту фигурку? Вот эта фигурка, да, вот в разных странах, то есть у меня вот есть еще один, то есть, значит, вот, ну, два, как минимум, у меня в коллекции, потому что, ну, то, что они чуть-чуть визуально там отличаются, даже вот лицо немножко литье, какой-то другой раскрас, другой там тональность, это все как бы ладно, это можно было простить. Но давайте покажу, прежде всего, чем отличается. Вот в этой фигурке, например, стык, ну вот сюда, вот она собирается же, да, из частей, вот он желтенький, ну такой, как бы цвета пластмассы, а вот, например, в другой стране, вот он был такой, видите, черный, пластмасса черная, или покрашена черным, ну, в общем, сделано вот немножко по-разному, но есть еще некоторые различия в литье, и поэтому, ну, это считается довольно-таки таким известным отличием, известным вариантом. Вот фигурки две. Ну, здесь можно еще какие-то нюансы, наверное, даже найти. Там где-то что-то по-другому. Вот на подставке чуть-чуть там по-другому, там клеймо стоит, еще что. Ну, есть, то есть отличия. То есть фигурки так довольно сильно отличаются. Именно для любителей собирать варианты, да, вот какие-то различия. Вот. Ну, то есть поэтому у меня их два. Потому что они, ну, все-таки считаются сильно отличающимся друг от друга для собирателей, для коллекционеров. Давайте теперь расставлю их, чтобы было получше видно. Так уж получилось, да, вот что вот Гаргамель такие высокие, этот злой волшебник. Ну, остальные чуть-чуть пониже, поменьше. Ну, такая вот интересная серия выходила, ну, в киндер-сюрпризе и посвящена фильму «Смурфики 2». Очень, очень классная серия, очень прикольные фигурки. Всем рекомендую, если любите смурфиков, да, но эту серию обязательно надо иметь в коллекции. Очень классные. Ну, на этом все. Вот. Если вам интересны мои видео, да, то, что постоянно буду добавлять и другие по сериям киндер-сюрприза, Ландрина, другим производителям, если интересно, ну, не пропускайте, то есть, да, старайтесь вовремя, ну, увидеть, чтобы не пропустить. Ну, подписывайтесь, будет тоже мне приятно. Ну, на этом все, пожалуй. Всем пока!